Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на GameCity. Мы продолжаем проходить Inside. Так, куда же нам двигаться? Направо или же налево? А давайте сходим налево. Ну, тут, скорее всего, тупик. Но я все-таки проверю. Да, тут тупик. Значит, направо. Что-то как-то страшновато немножко. Так. Что-то какой-то странный звук. Там где-то что-то коротит, что ли? А, понятно. Надеюсь, нас тут током не ударят нигде. А, так это внутри вагона. И нам здесь ничего не угрожает, так что... можем двигаться дальше. А, ты чё пригнулся? Чё такое? А, там псины, что ли? Чё они там жрут? Тихонечко, тихонечко. Вроде пронесло. Всё. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, там, кажется, одна псина все-таки нас засекла. Да уж, и что теперь? Я сейчас выплыву, и эта псина ко мне подбежит, да? Я потом успею бежать, нет? Блин, ладно, пробуем. Где псина? А, бежит, так. Ну-ка, давай обратно. Нахрен тебя. Но она-то сюда уж не пойдет. Ни хрена себе, она умеет плавать, что ли? И что делать? Охренеть! Там я не заберусь. Но если только нырнуть, уж нырять-то она точно не умеет. А, черт! Нифига себе. Охренеть. Взяла и сожрала меня, тварь. Я не знаю, бежать, что ли, теперь тогда? Ну давай побежали. Блин, нет, я не успею, да твою мать! Нет? Оу, ни хрена себе, смотри, шею, короче, перегрызла эта тварь мне. Скорее всего, нужно просто нырнуть глубже, и все у нас получится. Давайте попробуем. Ну, где ты там? Песик, иди сюда. Так, быстро, 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 плывем, 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 плывем. Надо подальше отплыть. Так... вот, вот тут вот ты уж меня точно не достанешь, тварь. Че, не можешь нырнуть, да, нормально, как я? Ха-ха. Блин, по-моему, я слишком рано развернулся, надо было чуть позже. Но я, наверное, успею все-таки. Надеюсь, ну ты не прыгнет, нет? Нет, не прыгнул. Оу, все, нормально, все ништяк. О, ни хрена себе, охренеть. Быстро, 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 быстро. Нет, только не ломайте забор. Фу. Пошли нахрен, твари. Так, не понял. Не понял. Они... ох ты, смотри. Не такие уж они и тупые, да? Так, что делаем? Блин, лишь бы они сейчас забор не уронили. Ну идите на эту сторону, вы чё? Так. Так, что делаем? Ага. А, тут доски, блин, я так не пролезу. Значит, надо их как-то... оторвать быстрее. О, я не успеваю, не успеваю, не успеваю. Так, быстро, 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 быстро. Фу. Так, ну-ка сюда. Эй, вы тупые. Ну, по крайней мере, они хоть не догадываются, что можно одному остаться там, двоим прибежать сюда, например. Ну, в смысле, разделиться. Так, сейчас быстренько прыгаем. Идем и отрываем доску. Их тут аж три. Я не успею сразу две там оторвать. Ладно. Будем с ними играть. Так. Ждем. 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 И все. Так, отлично. Быстрее, 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 быстрее. Так. Вряд ли пролезу. Нет, не буду пытаться даже. Опа, 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 опа. Блин, прям вообще чуть-чуть, да? Совсем мало времени. Так, 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 так. Ух ты, нифига себе, понял, они меня сбросили, офигеть. Так, ладно. Вот тварь, а. Я понимаю тебя, парнишка, да-да, ты устал уже, наверное, туда-сюда ползать, но потерпи чуть-чуть. Так, быстро, 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 быстро. Все. Надеюсь, это последняя доска. Давай, отрубай, отрубай, быстрее, быстрее.
Быстрее, быстрее, ё-моё, быстрее. Так, и что теперь? А, все нормально. Ну чё, твари, не можете достать, да? Тьфу вам в рожу, поняли? Тьфу еще раз вам. Все, успокоились. Сейчас откуда-нибудь выскочат нахрен. Да что это за место такое? Куда еще ниже-то спускаться, ё-моё? Хрена у них масштабы, это что, город что ли какой-то подземный? Хм. Почему там горит свет, там кто-то есть? Давайте-ка здесь немножко поаккуратнее. А, вижу. Там чувак стоит, так. И что нам с ним делать? Тут вроде никуда нельзя запрыгнуть, никуда нельзя спуститься. Может попытаться проскользнуть как-то мимо, что ли? Ну, давай попробуем. Ну, тихонечко идем. Оп, стоп. Это что? А, смотри-ка, батискафчик. По-любасу мы сейчас будем управлять этим батискафом. О, что за фигня? Тихо-тихо. Блин, нужно было в тени сидеть и не высовываться, а я что-то... Ладно, сейчас сделаю все правильно. Так, вот здесь вот они меня, наверное, не заметят. Вот тут вот тихонечко сижу и жду. Отлично, они меня не заметили. Все хорошо, можем двигаться. Хотя нет, давайте немножко подождем. Мало ли. Ну все, пошли. Так. Так, так, быстро, 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 быстро. Я тебе говорю, мы сейчас угоним батискаф. Давай, давай. Да, ништяк. Все, пока, мужики. Так, как тут нырять? Ага. Ух ты. Прикольно. Прикольно, вообще прикольно. Че, поплыли, короче, все. Офигеть. Офигеть, это куда мы спускаемся-то? Куда еще ниже-то, ё-моё? Ну куда, куда, куда здесь вообще? Я не понимаю. Это что за подземный мир? Ё-моё. А, все. Так, тут у нас стена. Тут какая-то дверь. Ага. Открывается, ништяк. Так, главное, чтобы здесь не было никаких акул. Черт возьми, вот, пожалуйста, разработчики, не надо здесь никаких акул. Я пиздец как боюсь акул. Так, и куда нам? Давай же. Вот там где-то доски, их можно как-то ведь сломать. Ну-ка, это что за кнопка? Что это делать? Так. Ну-ка. Ага, и что это значит? Не понимаю. А, смотри-ка, все, понял. Понял теперь, как дела делаются. Хорошо. Сейчас сделаем. Давай, 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 давай. На, нахрен! Охренеть. Вот это да. Обалдеть. Нифига себе глубина. Да здесь Титаник потонет. Офигеть. Если честно, мне сейчас как-то не по себе, блин. Я прям очкую. Так, вижу свет. Плывем на свет. Так, набираем мощь и... На, нафиг. О, наконец-то узкий коридорчик. Наконец-то узкие стены. Ой, как хорошо. Фу. Аж немножко успокоился. Что там такое красное светится? Что это такое? Просто, наверное, лампа, да? Ладно. Сейчас нам куда? Вниз?
Так. Ладно. И... Ага. Ну что, долбим? Давай. Опа, не понял. А, так это арматура, ее так просто не пробить. Нужно еще раз, значит, долбануть. А, что-то, короче, не вариант, видимо. Давайте посмотрим. Ну-ка, здесь повыше. Нет. Нет. Так. Может, здесь где-то слабое место есть, где нет арматуры? Ну, видимо, здесь везде непрошибаемая арматура. Так, давайте посмотрим, что там наверху. А наверху тоже ничего. Слушай, а можно как-то из батискафа выбраться, нет? Ну-ка, сейчас посмотрим. А, можно. Так, и чё? Ну, выбрался я, и молодец. Так. А если попробовать... Только мне как-то немножко страшно, но другого варианта не вижу. Мы сможем, наверное, только так. Да, видимо, у нас вот единственный выход. Блин, мне так понравилось управлять этим батискафом, я только к нему привык, а уже все. Эх. Надеюсь, мы еще встретимся, батискафчик. Ладненько. Перестаем грустить и двигаемся дальше. Хотя в этой игре невозможно не грустить, тут все грустно, кругом грустно. И еще и страшно. Откуда здесь крысы? Как они выжили здесь? Опа. Там... Это что это за стеклом там? Это... Подожди, а на стекле это что, трещина или... А, нет, это ветка, там какое-то растение. Блин, я подумал, это трещина, а это растение какое-то. Ладно. Хорошо, что это не трещина. Ну что, видим кнопку, нажимаем кнопку. И, наверное, откроется дверь. А вдруг за этой дверью какая-нибудь хрень нехорошая? А? Тем более, вон стекло разбито, не просто же так, да? Ой, не то, нажал так. Упси, бежим, 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 быстрее, 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 да быстрее, быстрее, да ё-моё, нет, не успел, нет! Чёрт! Так, ладно, пробуем еще раз. Сразу нажимаем и бежим. Но я думаю, что я не успею. Вряд ли, нет. Или успеваю? Смотри-ка, успеваю. Давай, 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 давай. Есть, кажется, успел, успел. Нет, 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 нет. Давай, 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 давай. Фу, так, выныриваем, выныриваем. Сейчас еще захлебнусь. О, отлично. Блин, я что-то, короче, прям в последнюю минуту. Что-то я даже засомневался, уже думал, что все, не успею. Ну что, у нас теперь проход свободен, так что можем двигаться вперед. Не понял. Тут что, лес? Друзья, не забывайте, мы сейчас находимся очень глубоко под землей. А потом еще и очень глубоко под водой. И тут лес. Охренеть. Это реально какой-то подземный мир. Че это там мигает? Что это такое? Ну-ка, так, толкаем, тянем. Еще раз. Нет. И что с тобой делать? А если забраться? Смотри-ка. И что такое? Сейчас взорвется, да? Сейчас взорвется. Бегом, 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 бегом. Нахрен сейчас. А.
С помощью этой штуки мы сможем попасть наверх, но давайте-ка мы сходим сначала вот сюда. А здесь ни хрена нет, здесь тупик. Зря шел. Ну, по крайней мере, мы убедили, что там ни хрена нет. Ну что? Уи! Вот мы и наверху. В общем, я так понимаю, мы все спускались вниз, 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 вниз. Теперь мы все будем забираться вверх, вверх, вверх и вверх. А может и нет. Так. Понял. Все, раскачиваемся. Давай. Ну, еще разок. Прыгаем. Отлично. Опа. Погоди, я чё, назад что ли вернулся? Ну-ка. Ой, ты мой батискафчик! Я вернулся к батискафчику, короче, ребят. Хо-хо-хо, ура! Ну, наконец-то, мой родной. Я так по тебе скучал. Чёрт, ни хрена себе! Чё за хрень? Быстрее, 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 вылазь из воды, да вылазь из воды, блин! Это сейчас что за нахрен такое было? Эй, тварь, ты где? Ну, я, конечно, в батискафе сижу, и мне как бы сейчас должно быть похер, но я боюсь. Так, и что нам делать тут? Как вообще мне сейчас на ту сторону-то перебраться? Мне по-любому надо на ту сторону перебраться. Может быть, как-то попытаться прыгнуть? Дай-ка попробуем. Сейчас. Так. Да. Получилось, отлично. Так. Я сейчас думаю о той твари все. Так, подожди, ты что, куда вылез нафиг? Блин. Я уже от страха начинаю кнопки путать. Так, здесь придется ломать. Есть. Блин. Сейчас опять каким-то нежданчиком эта тварь появится. И я опять очень сильно испугаюсь, да? Так, ладно, плывем. Прямо. Да вы издеваетесь, мне надо выбраться из батискафа и нажать эту кнопку, да? Ну не просто же так эта кнопка здесь горит, правильно? А зачем мне эту кнопку вообще нажимать? Так, сейчас будем думать, значит. Так. Ясно, чтобы открыть эти ворота, нам надо нажать на ту кнопку. А для этого нам придется выйти из батискафа, нырять под воду, и нас сожрет та тварь. Короче, мы, ребята, обречены. Можно было бы как-нибудь батискафом нажать на эту кнопку, было бы вообще замечательно, но вряд ли. Ой, страшно-то как. Быстрее, 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 быстрее. Сейчас эта хрень появится. Сейчас она приплывет, да? Сейчас эта тварь приплывет. Давай, давай, давай. Так, так, вроде пронесло. Все, отлично. Да блин. Где? Вот, все, сели. Плывем. Погоди, вода опустилась. А тут же какие-то трубы были, по-моему. Они сейчас мне не дадут. Нет, я здесь не проплыву. У меня ничего не получится. И перепрыгнуть я не смогу. Слишком высоко. Что делать? А, я понял, короче. Блин. Вот сейчас, короче, я вообще посидею. Это ж мне сколько придется без батискафа находиться в воде. А в воде вводится эта ужасная тварь, которую я сейчас очень боюсь. Да, нам сейчас придется вот так вот плыть.
Ё-моё! Твою мать! Я вообще боюсь сейчас. Ой, я сейчас кончу здесь, блин. Прям сейчас кончусь нахрен. Давай, родной. Давай. Все нахрен, я закрываю глаза. Я боюсь на это смотреть даже. Ладно, я один глаз все-таки открою. Одним глазком смотреть на смерть не так страшно, как двумя. Давай, вроде все пока в порядке. Давай, родной, давай. Отлично. Фу, пронесло. А, туда уже без батискафа надо, да? А, нет, показалось. Блин, ну-ка, быстро обратно, да быстрее. Твою мать, что я делаю, дурак, блин. Так, перепрыгиваем. Оп. Замечательно. Куда эта тварь делась, блин, а? Пришла такая, напугала меня и... все, больше не появляется. Возможно, если я ее еще раз увижу, то перестану ее бояться. Эй, тихо. Привет, ты хочешь меня убить? Девочка или длинноволосый мальчик? Что ты вообще такое? Давай дружить. М? Ты дружелюбный? Ты боишься света, да? Оно боится света, кажется. Ну-ка. Понятно. Точно, боится света. Ладно, я знаю твою слабость. Что ты хочешь вообще от меня? Ну, пожалуйста, не ешь меня. Пожалуйста, так, тихо. Слушайте, а какого хрена? Чего я боюсь? Я же в батискафе. Что оно может мне сделать? А? Давайте-ка поэкспериментируем. Ну давай, что ты мне сделаешь, а? Ну что ты сделаешь мне? Ну и чё? О, ни хрена себе! Оно ломает стекло! Охренеть! Вот это да! Вот это силище! Так, я понял тебя, тварь! Пошла нахрен! Ну-ка. Так, и что теперь, она всю дорогу за мной будет вот так вот, да? Так, вижу лучи света сверху. Нам, вероятно, сюда, да? Да, тут трещина. Тихо, ну-ка. Ну-ка, или доски там вообще какие-то. Так. Очевидно, что нам надо пробить потолок. А чтобы пробить этот потолок, нам надо, соответственно, врезать по нему батискафом. Но если я врежу батискафом по потолку, то у нас на какое-то время вырубится свет. А если у нас вырубится свет, то вот эта вот миленькая тварь нас сожрет. А, я понял, короче, что надо сделать. Так, ну-ка, давай. Так, тихо. Думаю, что получится. Получилось. Отлично. Ха-ха-ха-ха. Тупая дура. Оу. А потолок-то мощный. Она здесь не появится, нет? А? Ну, вроде нет. Все спокойно. Отлично. Спокойно плывем дальше. Ух ты! Мы добрались до берега. Ну что, батискафчик, мы здесь с тобой, наверное, будем прощаться. Пока. Ну что, друзья, надеюсь, ролик вам понравился, так что поставьте ему лайк, не забывайте комментировать, а если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь. А с вами был Джекман, желаю всем всего самого наилучшего, пока-пока.